Иди нахуй, размахивай ее в лесу, блядь. Это Владимир, профессиональный шулер. Уже сегодня вечером он планирует заработать на блэкджеке свой первый миллион. Для победы парень изучил все лазейки в правилах этой карточной игры. Есть схема, короче, в блэкджеке, я в фильме видел. Там надо карты считать. Я их уже посчитал, их 52. По номеру телефона мне кидайте, короче. Для того, чтобы играть по-крупному, Владимир привлек инвесторов. Спонсоры поддержали молодое дарование. Я всю сходу ставлю, сейчас удваиваем. А потом будем по-аккуратному. Да стоп пудов. Владимир решил играть агрессивно. Эта стратегия сразу дала свои плоды. Мы попросили карту. Давайте еще по 300 скинемся. Заебись, кинулись уже. Инвесторы вновь поддержали Владимира в начале новой игры за карточным столом. У парня сразу сильная рука. Ведь у него по-прежнему нет девушки. И ты нахуй, сука. В России миллионы людей живут за чертой бедности. И лишь двое в бедности из-за черта. Камеру, блять, отдал мне. Вячеслав ушел с телевидения, чтобы снимать свои сюжеты с Блэкджеком и Владимиром специально для России 23. Убери от лица.